Что это такое? А, это типа фрукты всякие? Так, не, мне не нравится вот такая вот, вот такая система. Б, А, С, С, Why would you even have this? This only exists to smite my existence. Окей, то есть это типа F. D мы просто скипаем. Так, ну давайте, давайте, хорошо. Это что у нас, абрикос получается? Я постоянно путаю вот эти вот штуки. Они просто очень все похожи друг на друга. Всякие персики, абрикосы, сливы. Алексей, спасибо за 100 рублей. Кучатку, стример вчера тоже заболел. Чем-то вроде простуды, не хворайте и выздоравливайте, если заболели. Спасибо за 100 рублей. И тебе тоже скорейшего выздоровления. Ну, абрикос... Ну, я не знаю. Ну, я хз. Они просто очень часто бывают такими, типа... Не сочными, не вкусными. Половина абрикоса это вообще косточка. Их как-то особо... Не знаю, не знаю. Это С. Это С-тир. Это крепенький такой С-тир, как по мне. Гранат. Опять же, его хрен нормально поешь. То есть это прикольно, это вкусно, это такой экзотичный вкус. Ты мало с чем его можешь сравнить. Но его хрен нормально поешь. Очистить его, это просто пиздец какой геморрой. Поэтому гранат у нас также отправляется в С. Ой, о! Ох, ебать. Ой, выжил. Нормально. Луймик, спасибо за 100. Привет, Лёша, выздоравливай, не болей, лови деньги на лекарства. Чат тоже не болейте, перед стримом надевайте маски. Спасибо. Спасибо, Луймик. Благодарю. Благодарю. Вот. Что получается у нас? Гранат — это цитир, да? Авокадо! Не знаю, я так и не понял, почему внезапно за последние лет 5 это стало модным фруктом или овощем, или что это вообще такое? Ягода, орех. Я без понятия. Я его пробовал раза, наверное, 3 в жизни, и каждый раз я не понимал, что я ем. Потому что это такой странный вкус, он как будто его и нету вовсе. Ты как будто просто что-то ешь. Полезное очень. Ну, типа, чувак, тут почти все очень полезное. F, кстати, это еще и, типа, отвратительный и не пробовал. Вот, пускай так будет. Не пробовал. Потому что я вижу, здесь есть какие-то... Вот, например, вот это, я понятия не имею, что это такое. И вот это я тоже... Или не, погоди, это тыква? А, ну я тыкву, кстати, никогда в жизни не пробовал, так что... Тут я вам ничего не расскажу. Авокадо отправляется в цитир. Я все сказал. Банан безоговорочно. Просто тут вообще никаких споров не должно быть и не может быть. И их вообще нету. Буквально то, на чем было построено человечество. Буквально. Мы как вид Homo sapiens обязаны бананам всем. Это S-тир фрукт. Любой, кто будет с этим спорить, по умолчанию не прав, не понимает, о чем он говорит, глуп и вообще. То есть ты хочешь сказать, что авокадо наравне с гранатом? Вообще, знаешь что? Ты прав. Авокадо отправляется в F-тир. Голубика. Ну, про голубику мы уже говорили. Типа прикольно, но чё-то не хватает. Чё-то не хватает. Пойдёт, я думаю, для Б-тира. Ну вот где-то между Б и С. Пускай будет Б. Это что такое? Это вишня или черешня?
Есть большая разница между вишней и черешней. Но это вроде вишня все-таки. Вишня С. Я не хочу вас расстраивать, ребята. Вот черешню я бы засунул. Хотя нет, я бы не засунул ее в S-тир. Потому что много черешни есть нельзя. Иначе потом проведешь много времени на туалете. А вот вишня... Это как злая черешня. Такой типа антагонист черешни. Типа прикольно съесть время от времени горсть вишни. Но это не то, что на постоянке я ем. Не то, что мне прям супер-мега нравится. Поэтому вишня у нас отправляется... Отправляется в С-тир. Кстати, да, точно. Тут же еще их можно, типа, расставлять. Так, тогда вот здесь будет гранат. Здесь будет вишня, а здесь будут абрикосы. Охуел. Какой С, это Б. Так, ребята, это мой тир-лист. И я здесь выбираю, что и где находится. Но тут на самом деле какой-то говёный. Говёный тир-лист. Тут большая часть вообще... Я как будто даже не пробовал большую часть вот этого всего. Перец здесь каким-то образом очутился. Перчик. Это чили? Я не разбираюсь особо сильно в перцах. Я люблю болгарский. А типа всякие острые, это, ну, не ко мне. По большей части. Это, я так понимаю, чили, да? Которые типа маленькие, термоядерные такие. Чили С? Не. Ну, типа, твоя С действительно это оценит. Но вот где здесь этот перчик располагается? Ну, я бы не сказал, что это прям не очень. Но... Без них еда была бы другой. Не знаю, я не фанат острой пищи. Может, там, типа, не знаю. Но вообще, мне больше нравятся вот такие перцы, чем халапеньо те же. Я вот вообще что-то как-то халапеньо, я к ним очень холодно отношусь. Если как бы и съесть какое-нибудь что-нибудь острое, то скорее с таким перцем. Халапеньо, он как будто такой, он не определился вообще. Он хочет быть острым или не острым, или что, он как-то такой, типа... Крыса-перец. Вот, типа, если бы он был животным, он был бы крысой, я считаю. Халапеньо. Я все сказал. Наверное, сюда? Не, блин, тут реально не хватает одной категории, типа D. Прям очень не хватает. Кокос? Кокос я никогда вроде как не пробовал даже толком. Типа прям настоящий кокос, чтобы он вот так вот выглядел. Так что это в F отправляется, не знаю, что тут говорить. Ты можешь добавить? Так, нет, погоди. Add arrow below. А, вот, действительно. Такс. Это у нас тогда будет D. Д. Так, в Д у нас тогда отправляется вот это. Авокадо. Кокос у нас будет в не пробовал. Не в F. И перец у нас тоже отправляется в Д. Перец даже выше, наверное, чем авокадо будет. Я предпочту съесть перец, чем авокадо. О, нет! Это что такое, блядь? Это изюм? О, или еще хуже, это финики, что ли? О, не, ну это сразу в F отправляется, это на помоечку. Это сразу на помоечку. Не-не-не-не-не-не-не. Сушеное вот это вот все, это не. А-а. Я не знаю, кем надо быть, чтобы это все есть. Это должны быть какие-то проблемы пищевого... Расстройства пищевого характера, я считаю. Чтобы есть вот это, ты как будто пенсионера ешь.
Ну, типа, если бы у пенсионера был вкус, или пенсионера можно было укусить за лоб, вот, мне кажется, он был бы на вкус примерно как финик. А ведь кто-то еще получает от этого удовольствие. Да. Так, дуриан. Дуриан. Тоже не пробовал на самом деле. Я ел только какие-то конфеты с вкусом дуриана. И даже они были вонючие. Это, насколько я понимаю, вот тот самый фрукт, который даже вывозить вроде его нельзя из Таиланда, потому что, типа, если он там что-то как-то... Короче, он мега вонючий. И причем воняет он очень сильно. И очень отвратительно. Без понятия, не пробовал. Так что засунем его сюда. Те, которые я не пробовал, они будут вот здесь, типа дальше. Финики я вроде как пробовал однажды. О, виноград! Вот виноград мы уважаем. Виноград мы уважаем. Тут сложно. Тут сложно. Особенно если он без косточек, это прям гига-имба. Я думаю. Брухлинио, спасибо за 100 рублей. Кулёх, я тут задумался, а ведь миллион лет назад за костром тоже сидели 17 обезьян и тоже обсуждали, что лучше банан, вишня или жопа мамонта. Ну и вот. И мы решаем, что виноград это... А тигр. Поздравляем всех виноградовых. Поздравляем, поздравляем. Это заслуженный А-тир. Мало того, так еще виноград, можно из него вино там делать, типа всякое такое. Изюм, допустим, для всяких странных любителей скукоженных фруктов, таких как, например, финик. В общем, разнообразная штука. Прикольно, вкусно, класс. Напомни нам вкусовые предпочтения чела, который пробовал видов 20 фруктов за жизнь и любит пиццу с ананасами. Ну, ты прямо сейчас смотришь на это. Я как бы вот буквально прямо сейчас это делаю. Это что такое, блядь? Это выглядит как что-то, что ни в коем случае нельзя есть. Это, знаете, Каролина Рипер? Перчики. Они выглядят прям вот... А ты на них смотришь, и ты понимаешь, это нельзя есть. Ща. Каролина Рипер. Во, да-да-да-да-да-да-да. Вы посмотрите на это, блядь. Ты на это смотришь, и ты понимаешь, это жрать нельзя. Ну, нельзя просто, и все. Нельзя... Ё-моё, это как реально, это какой-то... Это как... Вот если бы в аду цветы росли, мне кажется, они бы вот так вот и выглядели. И вот это выглядит примерно так же. Это что такое вообще? Это Dragon Fruit? Нет, Dragon Fruit это вот эта вот тема. А вот это что такое? А, погоди, личи? Не, стой. Это не личи. Не-не-не-не, это не личи. Личи это вот это. А вот это что-то другое. Вы даже сами не знаете, что это. Никто не знает, что это. Это плод кешью? А почему здесь кешью? Как здесь вообще кешью окажется? Подожди, плод кешью. Подожди, чё? Ебать. Чё? Ебать, они ещё так выглядят, реально? Охуеть, а почему они так выглядят? А кто сделал так, чтобы они так выглядели? Блин, я люблю кешью. Но я никогда не знал, что они так выглядят. Как будто я не знаю, какой-то чужой растет. Из картошки. Ё-моё. Гномы? Блять, реально какие-то гномы. В шапочках таких больших. Не, ну это же все равно не кешью. Это не оно, это что-то другое. Кешью это орех, а мы здесь фрукты типа изучаем. А можно картинку приблизить? Видимо, нет.
Что, неужели никто не знает, что это такое? Это Кизил. Кто? Это что такое? Разве это оно? Какой-то другой формы. Кизил. Кизил в разрезе. Не-не-не, это что-то другое. Там, видите, там какая-то белая мякоть. Короче, никто не знает, что это. И пускай оно так и остается, судя по всему. Идем дальше. Это у нас вроде как дыня, да? Канталупе. Это же дыня? Только вчера дыню доел. Ну, с дыней сложно. Просто как будто с дыней еще сложнее, чем с арбузами, чтобы найти нормальную дыню. Вот я ел дыню, и я не получал удовольствия, потому что она была, ну, такая. Типа там вкуса процентов 15 было. А иногда бывает, ты найдешь такую дыню. Такую дыню ты найдешь, бывает. Но я все-таки люблю дыню. Не знаю, что тут сказать. Это, конечно, не S-тир. Но. Окей, что бы я предпочел больше, голубику или дыню? Дыню. 100% дыню. Поэтому это отправляется у нас вот сюда. Вот так вот мы сделаем. Это у нас будет B-тир. Дыня лучше арбуза. Change my mind? Да у тебя просто арбуза нормального никогда не было. Дыня выше граната. 100%. 10 раз из 10. Если мне предложат один гранат или одну дыню, я возьму дыню. 100%. Жду не дождусь, когда он дойдет до инжира. Да тут нет инжира. Фрукт, который ты не мог найти, называется джамбу. Не знаю, вообще впервые слышу, что это такое. Идем дальше. Вот это. Это я, кстати, тоже не знаю, что такое. Это тоже выглядит как вот этот дуриан. Это что такое? Джекфрут? Джекфрут. Джекфрут или канун? Индийское хлебное дерево? Понятия не имею, не пробовал. На вид выглядит как что-то, что может быть по вкусу похоже на... А, нет, погоди, это дуриан. Джекфрут, дуриан. Кто пробовал? Что скажете по поводу? Нихера себе он здоровый. Нихрена себе. Оно сладкое, очень вкусное. Ну, я не знаю, я не пробовал. Поэтому джекфрут у нас отправляется вот сюда. Киви! Киви. Сладкое, но в то же время кислое. Так еще и волосатое. Все бы ничего, но, бля, как же, какая же морока его чистить? У меня Катя обожает киви, но она готова его есть вместе с кожурой. Я этого не понимаю. Она говорит, что в кожуре много полезных всяких веществ. Но я этого не понимаю. Мне кажется, киви надо чистить, прежде чем его есть. Я пополам разрезаю и типа ложкой хаваю? Вот если б не проблема с тем, как его есть, это, наверное, был бы S. А так, это у нас будет твердый А-тир. Чуть позади винограда. Я бы предпочел виноград киви. Я все сказал. Лимон. Прямо сейчас пью чай с лимоном. Лимон тут без обсуждений. У нас он сразу
сразу поднимается, 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 поднимается. Блин, слушайте, а вообще так-то... Тут надо подумать еще. Тут надо еще подумать, может это вообще S-тир? У лимона куча всяких самых разных применений. Там, я не знаю, даже рыбу можно соком лимона сбрызнуть, и станет намного вкуснее сразу. Попробуй сделать так с бананом. Или с гранатом. Ну, вообще с гранатом, может, тоже получится, я не знаю. Но, конечно, проблема в том, что ты его просто так не поешь. Да, ты его просто так не поешь. Золотой киви охуенный. Он не волосатый и более мощный по вкусу. Поход на тропический фрукт. Ну, тут такого нет. Так что мы тут пока выбираем из того, что есть. Не, ну погоди, да, ты же лимон не будешь просто так есть. Ты донат пропустил. А, возможно, тот фрукт — это яванское яблоко, очень прикольно выглядит, похож на внебрачного сына яблока и груши. Но это уже все позади, мы уже идем дальше. Окей, кому вы врете? Кому вы врете? Сидят они там, рассказывают сказки, как они и сидят, и едят просто так лимоны. Че вы там, кому вы свистите? Тоже мне. Буду, обожаю, когда ебало скрючивает от кислоты. Ё-моё. То есть прям, типа, серьезно, вы мне хотите сказать, что вы возьмете лимон и такие, типа, начнете его кусать, как яблоко, да, и будете сидеть, его жевать и кайфовать, да? Я, правда, ем лимон просто так, бро. Бро. Не, я тоже люблю кислые всякие штуки, но, типа, бро. Там добавить его в чай — это одно дело. Ну просто сидеть его и жрать. Ну вообще ладно, знаете что, это мой тир-лист. Вот берите и сами свой составляйте. Если так любите жевать лимоны, вот, блядь, сидите и жуйте лимоны. И на S-тир его засовывайте. А я лимон подставлю. На почетное... На почетный B. B-тир. Я считаю вполне заслуженным. Считаю ли я, что лимон круче, чем вишня? Ну вообще... Да вообще да. Ну вообще, ну типа... Вообще нет, знаете, еще вишня пускай здесь будет. Ну так сделаем. Если знаете, еще гранат пускай тоже здесь будет. Окей? Вот это мы... Нет, вот это пускай на D остается. Да, пускай пока так будет. Пускай пока все остается вот так вот. Идем дальше. Лайм. Никогда не понимал разницу между лаймом и лимоном, если честно. Для меня это на один вкус. Я вот даже не могу сейчас вспомнить, вот кроме цвета, вот если бы мне просто дали лайм и лимон облизнуть. Ну я бы, наверное, почувствовал разницу, но я бы не понял, что и где. Чай разные. У меня из-за лимона эмаль на зубах прозрачная и снизу немного просвечивает. Дантист один раз сломал об нее наконечник дрели. Ни хрена себе, у тебя зубки крепкие. Что ты инструменты ломаешь своими зубами. Спасибо за 200, Ландос. Бризу Рахмен. Не знаю. По поводу лайма я не знаю, что сказать. Я бы вообще его сюда засунул, как что-то, что я не пробовал, хоть я его и пробовал, но я просто не помню его вкус, потому что я настолько редко его пробовал. Вот. Поэтому пускай лайм будет здесь. Манго! Уф. Уф. Меня прямо сейчас на кухне манго дожидается. Ждет своего звездного часа. Уф. Не, ну тут... Сори, конечно, но манго — это S-тир фрукт. Возможно, даже выше, чем банан. Но тут, конечно, можно поспорить. Но это S-тир 100%. Иногда, конечно, бывает, не везет. Ты выбираешь не то манго, оно либо безвкусное, либо оно уже какое-то такое подгнившее. Но когда ты найдешь то самое манго, прям вот на пике своей спелости, уф,
Лучше этого мало чего можно найти, я считаю. Они воняют пиздой. Я не знаю, Катя. Я не знаю почему, но Катя очень не любит манго. Я не знаю, с чем это связано и как это вообще работает. То тебе явно меньше 75. Я не знаю. Ведь они замечательно подходят диабетикам и великолепно прочищают сосуды. Один. Один восклицательный знак один. Манго говно, это правда. Я не люблю манго. Они воняют реально. Бро, ты когда манго разрежешь, еще вот так же, как здесь, если он супер спелый, ты берешь вот этот вот квадратик, просто его вытаскиваешь, потому что там даже сопротивления никакого не будет, ты просто вытаскиваешь этот квадратик, он еще такой консистенции, такой типа прям такой твердый, но не твердый. Ты его засовываешь в рот и... ебаный рот. И просто оно как будто плавится у тебя во рту, и все эти вот... Вот эти вот фруктовые вкусы, ты прям, ты как будто сразу у тебя пальма где-то вырастает рядом, как будто ты слышишь уже шум прибоя какого-то морского. Не, чувак, манго, не, манго это S-tier, это вообще, это безоговорочно. Он слишком сладкий, окей, чувак, окей. Насчет лимона в чае, мне тоже иногда лень нарезать. Но я делал заготовку из лимона для чая. Нарезаешь его. Как тебе удобно, и чуточка сахара и в коробку, все это и все. Заготовка год. Понял, бабуль. Спасибо, спасибо. Будем пользоваться, бабуль, спасибо, спасибо. Потом еще в баночку, да, там засолить, там на зиму, да, закрыть, вот это все. Дадлер, спасибо за 200. Если ты не знаешь для про... Для некоторых людей ароматизатор манго. Чего? Натуральный, высокой концентрации, пахнет как майонез или стоялая вода. Поэтому МБ от генов зависит. Чего? Для некоторых людей ароматизатор манго натуральной высокой концентрации пахнет как майонез или стоялая вода? Чего? Не, ну я не отрицаю, что, наверное, если просто, блядь, взять манго и нюхать его, это будет, ну, не самый приятный запах. Но типа, алё? А разрезать его? А потом его понюхать, когда он уже в разрезанном виде? А попробовать его? Не? Типа, это как банан взять и нюхать в кожуре банан и говорить, типа, что-то неаппетитно пахнет. Ты практически что угодно здесь возьми и начни его нюхать в кожуре, и оно будет пахнуть-то не обязательно очень вкусно. Укроп почернел, спасибо за 3-й месяц. Горшок, спасибо за 200. Дадлер, спасибо за 200. Если ты не знаешь, Зизифус Ав... Чего, блядь? Зизифус... Афву, изил и батат, то тебе явно меньше 75, ведь они замечательно подходят диабетикам и великолепно прочищают сосуды. Но я из всех этих, я знаю только батат. Зизифус вообще звучит как что-то, я не знаю, из греческой мифологии. Окей, все, идем дальше. Манда, или это апельсин? Это вроде мандарин, да? Хотя странно, что здесь есть мандарин, но нет апельсина. Мне кажется, это все-таки... Это апельсин. Как их определить? В чем разница? Вот так вот по фотографии. Хотя в любом случае... Мандарин это у нас... Это у нас... Это у нас... Где же? Где же у нас располагается мандарин? Где-то здесь? Или может быть здесь? А может быть вообще где-то здесь? S это на Новый год. Но как бы я люблю мандарины. Да, но это такой очень... Сезонный. Что это вообще? Фрукт? Ну, явно не овощ. Я уже сейчас запутался, блядь. Что угодно, чем назови, потом окажется, что это на самом деле орех, блядь, или там, блядь, экскаватор, или картошка. Ну, не-не-не. Если найти хорошие мандарины... Вот, мандарины очень руинят косточки. Вот.
Если в мандарине есть косточки, это заруиненный мандарин, это нахуй сразу, это D-тир вообще. Сразу, сходу. Потому что бывают мандарины, в которых, блядь, в одной дольке по 15 косточек. Это просто их невозможно есть, я просто такие сразу выкидываю, потому что, ну, это... Ты не получаешь вообще никакого удовольствия от этого. Но вот если у мандарина косточек нет, это, конечно, S-тир. Это S-тир. Так, сейчас, погодите, у меня кура приехала. Так, продолжаем. Что дальше у нас на повестке дня? Ананасич. Ананасич, ананас, ананасович. Я что-то недавно на них конкретно так подсел. Я раньше как-то их не часто ел. Хотя они мне всегда нравились. Но стал я их заказывать относительно где-то, наверное, полгода назад. И что-то прям... Теперь их постоянно ем. Не, ананас это топ, ананас это кайф, ананас это мега имба. А ананас вообще я не знаю, как можно испортить даже. Такое ощущение, как будто я никогда не ел ананасы, который можно было бы назвать, типа, невкусным. Кроме тех случаев, когда он стоял, типа, на столе по месяцу и уже становился такой, типа, весь испорченный. Ананас это у нас S-тир. Это S-тир. Я вот даже не знаю, это где-то вот здесь. Это либо лучше, чем манго, либо прямо где-то наравне с манго. Ананас плюс курица? Чё? Какая курица? При чем здесь курица вообще? Манго или ананас? Что же я предпочитаю? Окей, типа если бы мне сейчас дали почищенный манго или почищенный ананас, что бы я предпочел? Ананас. Я бы предпочел ананас. У него виноград в А, а ананас в С. Ананас буквально лучше, чем виноград. Ты что сказать-то хотел? Ананас буквально лучше, чем виноград. Ананас в С. Ой. Какой ты мерзкий. Я буквально прочитал сообщение из чата. Это буквально было ваше сообщение. Но мерзкий я. Окей. Так, ладно, идем дальше. Это тыква, я так понимаю, да? Я не знаю, как будто бы я когда-то пробовал тыкву. Но я не знаю, какой у нее вкус. Вот вообще. Тыква, в моем понимании, это что-то, что используют только для хэллоуинских украшений. И ни в коем случае не используют в пищу. Вот так вот у меня она существует в голове. В таких рамках. Каша с тыквой мега вкусная. Но я не знаю, я не буду ее оценивать, потому что я ее не пробовал. Поэтому это у нас отправляется сюда. Это я тоже не знаю, что такое. Это я тоже не пробовал. Это тоже отправляется сюда. Так, горшок, спасибо за 100. А если в коробочку добавить больше сахара и оставить на батарее, то будет классное варенье. Спасибо большое, горшок. Буду иметь в виду. Олеша Силимен, спасибо за 100. Разберись как-нибудь в типологиях, а то я так и не пойму, кто ты по... Эннеаграмме в одном я уверен точно, что ты первая воля, третья эмоция по психософии. Ты на каком языке, блядь, со мной разговариваешь вообще? Это что вообще значит? Расшифраторы есть? Это же папа? Это же папайя?
Нет, друг, это арбуз. Только попробуй поставить арбуз ниже S. Да вот в том-то и дело, что... Ну, арбуз сложно найти вкусный. Давайте начнем с этого. Давайте также продолжим тем, что во многих арбузах куча косточек, которые мешают гастрономическому наслаждению. Это все-таки большие дебафы. S — это что-то, в чем практически нету никаких изъянов. То есть это легко употребляется, это вкусно, это легко чистить. Не смотрим на ананас. Ну, вообще нет, ананас легко чистить. Его просто, типа, постоянно надо резать на два. И все. Аноним, спасибо за 100. Не думал вернуться в Тарков как-нибудь скоро? Не. Пока таких мыслей нет. Не, ребята, знаете что? Арбуз у нас отправляется... Отправляется... В А-тир. Но в самую главенствующую, в самое начало цепочки. То есть это практически S-тир. Это А с плюсом. Я вот так считаю. Я все сказал. Арбуз — это А-тир. А-тир — это хорошо. Это то, что я бы каждый день ел. Понимаете? S — это то, что вот дай мне прямо сейчас, и я это съем. Это чистейший S. Окей, это мой тир-лист, и я здесь выбираю, что и где находится. Понятно? И вот, например, я беру и яблочко. Ну, я так понимаю, что яблоки здесь имеется в виду, типа, любой сорт. Потому что яблоки очень сильно зависят от сорта. Яблоко, типа, в целом. Яблоко — это сразу S-тир. Это S-тир, это кайф, это балдеж, это S-тир вообще без каких-либо... Б? Чувак, там кто-то Б пишет. Там кто-то пишет Б. Чувак, у тебя просто яблок нормальных никогда не было. У тебя просто яблок никогда нормальных не было. Я говорю, яблоки очень сильно зависят от сорта. Вот, например, сорт есть Pink Lady. Или нет, не Pink Lady. Pink что-то... Или Pink Lady. Бля, охуеннейшие яблоки, серьезно. Если где-то найдете, попробуйте. Но это если вам нравятся сладкие. Они такие, типа, твердые. Там прям капелька кислости и сладость. Прям, это, наверное, лучший сорт, который я пробовал. На втором месте, не знаю, наверное, какая-нибудь Granny Smith. Golden One Love. Хз. Я вроде пробовал, но ничего такого прям... Ничего такого. Вот это самое большое разочарование в истории фруктов вообще. Вот это вот. Вот этот вот ваш так называемый драгонфрут. Он настолько же посредственный на вкус, насколько он круто выглядит. Насколько он выглядит аппетитно, самым классным, сочным, вкусным... Вообще просто S-тир фруктом, настолько же он посредственный на самом деле. Это как если бы из киви взяли и выкачали весь вкус. Это Dragon Fruit. Никогда такое не видел вообще. Оно того не стоит. Типа, если просто попробовать один раз в жизни, но вы будете разочарованы. Он выглядит куда вкуснее, чем есть на самом деле. Это у нас отправляется... Ну, я даже не знаю. Сюда куда-нибудь. Получше, конечно, чем перец чили. Я предпочту драгонфрут перцу чили, но просто сам я его покупать не собираюсь. Нет. Mm-mm. Личи. Вот личи кайф. Блин, у них такой какой-то и запах, и вкус. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Какой-то сам у себя на уме. Фрукт. Личи — это кайф, конечно, но, блин... Его мало, его неудобно есть. Но личи — это кайф.
Личи — это кайф, и я бы даже его засунул куда-нибудь. Вообще, я бы его засунул в А-тир, если бы его было больше. Но там вот эти малюсенькие дольки на каждой вот этой вот штуковине, их чистить, что-то как... Не, пускай это будет где-нибудь вот здесь. Да, я все сказал. Это папайя, я так понимаю, да? Папайя, я не знаю, я ее не пробовал. Как, кстати, папайя на вкус? Норм, не норм? F? Какао? Подожди, серьезно? Папайя это F-тир? Мне всегда казалось, что папайя это как типа такой... Дядя манго. F и идем дальше. Так, ладно, окей. Маракуйя. Блин, я маракуйю только недавно попробовал первый раз в жизни, где-то вот в этом году буквально. Ну, чё я могу сказать? Это С. Маракуйя это С. Это даже не обгоняет абрикос. Ее слишком мало. Она просто, типа, ты ешь какую-то кислятину. Косточки. Я не знаю, очень, очень по настроению. Типа, всякие продукты, в которых, типа, указан вкус маракуйи, они вкуснее, чем сама маракуйя. Я все скажу. Это для тех, кто просто очень любит кислое, как мне кажется. Так, груша. Бля, да идите вы нахуй. Нет, я никогда не любил груши. Нет, я отказываюсь ее куда-то высоко засовывать. Я не... Блядь, чтобы найти вкусную грушу, надо съесть 50 груш. Вот я в этом убежден. То они какие-то твердые, блядь, слишком сильно, то они рот тебе вяжут, то еще что-то, блядь, то... Хуй поймешь вообще. Не знаю. Груша это С. Это вот куда-нибудь вот сюда. Так, это что такое? Это слива, да? Слива... Да это то же самое, что и абрикос. На самом-то деле. Персик... Да это то же самое, что и слива на самом деле. Ну ладно, не-не-не. Персик, наверное, я повыше поставлю. Персик я поставлю вот здесь, вот между лимоном и вишней. Персик норм. А пахнет як... Так, и вот они, три красных брата. Такс. Зато с груш просраться можно хорошо. Слушай, дружище, тут с половиной этого списка просраться хорошо можно. Я тебе даже больше скажу, ты если это мыть не будешь, ты еще лучше просрешься. Ну ты и лох, конечно, у меня дома в саду такие охуенные груши растут. Конечно же верим. Малина? Малина. Вообще, на самом деле, сколько я бы не ел малину, она всегда одна на вкус. Типа зимой, летом, с грядки... супермаркета, она практически всегда одна и та же на вкус. Ее как будто невозможно, чтобы она была какая-то другая, типа спелая, неспелая. Она всегда как будто одна на вкус. Либо мне так везло, либо чё. Но малина кайф. Не, малина кайф. Я люблю малину. Хотя, конечно, раздражает, когда вот эта вот маленькая косточка застревает где-то в глубине шестерки какой-нибудь. Но, тем не менее, малина это кайф. Но заслуживает ли малина S-тира? Я думаю, что все-таки нет. Я думаю, что малина это... Это где-то вот здесь. Хуже, чем арбуз, но лучше, чем виноград. Можете в меня стрелять, можете отписываться, можете ругаться матами, нецензурной бранью, но таково мое решение. Лучше винограда. Ну так я и поставил ее выше винограда, алло. О чем разговор? Клубника.
Вот клубника то же самое, что и, не знаю, груша какая-нибудь. Ты хуй найдешь на самом деле вкусную клубнику. Вот 9 из 10 клубник будут невкусными. Будут пресными, будут безвкусными. Но когда ты найдешь вкусную клубнику... Что нет? Что нет? Кому вы пиздите? А? Кому вы пиздите? Что вы мне тут рассказываете сказки? 9 из 10 клубник невкусные. Они пресные, они водянистые, они безвкусные, они абсолютно скучные. Кому вы тут рассказываете сказки? Бро. Не, клубника у нас отправляется... Знаете чего? Я предпочту поесть виноград, а не клубнику. Я все сказал. Я хотя бы буду уверен во вкусе винограда, когда я его куплю, потому что виноград всегда один на вкус. А вот с клубникой такого не бывает. Такого не бывает с клубникой. Да, да, да. Ты ел с огорода. Ел я с огорода, блять, но вы понимаете, что не всегда у тебя есть возможность есть что-то с огорода. Или что вы мне тут рассказываете? Вы все сидите, блять, сыновья и дочери фермеров, что ли, нахуй? У всех по своему ранчо есть? И вы едите только, блять, только то, что с грядки выросло, что ли, или что? Чё вы... Окей. Итак, томат. Странно, что здесь есть томат, но нет огурца. Томат, томат, томатович. Я в детстве терпеть не мог помидоры. Меня даже батя наспор. Я помню, мне когда лет 10 было, он мне типа поставил помидор на стол и такой типа, на, вот, короче, съешь помидор, полтинник тебе дам. И я сидел просто как хомяк, который грызет кактус. Я сидел, плакал, жевал его, но просто это было ужасно, отвратительно. Но я все-таки это сделал. Я получил свои 50 рублей. Но теперь я его люблю. Теперь я люблю помидоры. И вообще помидоры это так-то один из вообще фундаментальных столпов кулинарии. Без помидоров у нас не было бы кучи очень вкусных вещей. За одни только вот эти вот исторические заслуги, я думаю, помидор удостаивается, ну, точно выше Б. Точнее, точно выше С. А вот Б, А или С... Бля, ну кто просто вот так возьмет и будет есть помидор? Ну, не бывает такого. Помидор это типа с чем-то. Ну да, черри, помидоры, кайф. Тут я согласен. Я. Да, блядь, с вами все понятно. Вы, типа, ебанутые какие-то. Готов поспорить. Сидите там, нахуй, финики заедаете кокосами. Потом, блядь, откусываете помидор пожевать, да? Мак, потом тыкву, а нахуй, навернете еще. Клубника — это орех, а помидоры — это ягода? Нет. А ты знал, что ты приемный. Спасибо, Лантос. Благодарю. Спасибо за 200. А, блин, и что с ним делать? Что с ним делать? Знаете что? Я придумал решение. Бум. Готово. Для помидора у нас просто будет отдельная категория под названием помидор. Я думаю, это всех устроит. Никто не будет с этим спорить. Вот такой вот у меня получился тирлист. Если он вам не нравится, можете пойти нахуй. Если у вас есть какие-то предложения, можете пойти нахуй. Если вам есть что добавить, можете не добавлять. Если вы совсем согласны, молодцы, красавчики, все правильно сделали. Глянь, как другие люди расставили, а тут можно? А как это посмотреть? View Community Rank. Это вот это вот? Лимон в помидор? Схуяли лимон в помидор? Подожди, чё? Чё это значит? Какая же хуйня, бро. Представь видеть вот эти вот, вот эти вещи в S-тире и говорить, что это хуйня. Представь. Как всегда, хуёво.
А как посмотреть чужие тирлисты? Это вот? Perfect, great. Why would you even have this? This only existence to smite my existence. И смотрите, все бананы. Многие засовывают банан в перфект. Йоу, смотрите, это прям как у меня почти. А, нет, только тут голубика в перфекте. Что-то забыла. Грейт. О, чувак. Обалдеть. Банан засунуть не в S-тир. Обалдеть. Ананас шутка, засунуть в мех. На одном из стримов в челнах ты написал матери о том, что помидоры это ягода, а клубника орех. А потом сказал, было бы смешно, если бы она сказала, что ты приемный. Да я понял, Лантос, не надо объяснять мне мои же шутки. Я помню это, я понял, о чем ты говоришь. Ты все испортил. Вайтбор, спасибо за 100. Когда тирлист чипсов? Ну вообще хоть час можно. Но не, знаете что? Давайте в другой раз. Вы мне как-нибудь напомните сделать еще какой-нибудь тирлист, и мы его сделаем. А то это займет весь стрим. Ну, тирлист чипсов, это там будут потери. Там будут потери, там будут отписки. Там люди будут рвать и метать, там будет просто шит-сторм, так сказать. Это будет грязно, это будет некрасиво. Ресторан тирлист. А где сам тирлист-то, блядь? Это что, просто реклама YouTube ролика какого-то? Бля. Нам в персонажи. Ебать, а что, их так много, что ли? Это кто такой, блядь? Вот это кто? Это кто? Ой, мне как... Бро, серьезно? Банан настолько редкостное появление, что мне стыдно видеть эти тирлисты, где банан находится на вершине. Я разочарован в человечестве. Бро. Мне кажется, чувака просто в детстве кормили коричневыми бананами. Поэтому либо... Не-не-не, знаете что, я даже знаю, кто это пишет. Это пишет человек, который откажется есть банан, если увидит в нем одно маленькое темное пятнышко. Это Финчуган. Это Финчуган. Никпи, спасибо за 100 рублей. Нарисовала артик под вчерашний стрим. Подожди, вчерашний стрим? Я боюсь открывать тогда. О, не, погоди, слушай. О, а чё, прикольно. Мне нравится. Спасибо большое. Бигзур Ахмед. Да, если бы еще, конечно, игруля оказалась прикольной, было бы, конечно, классно. Было бы, конечно, прикольно. Ну ничего, годика 3 подождем, наверное, пофиксят. Наверное, исправят проблемки-то, я думаю. Мне тут шепнули, что ты быканул на детей фермеров ультрамэт. А? Так, какие тут еще есть? Стал бы я встречаться с Геншин-персонажами. Так, ребята, это для вас. Genshin Impact, характер тирлиста. Это вот для вас. А, так это все по Genshin Impact. О, ребята, это для вас. Это для вас. Female Cartoon Hotties? Аватар Character Ranker. Не, ну Апа сразу в S-тир. Апа сразу в S-тир, 100%. Блять, этот хуй, ебать. Я помню, он просто так умел, типа просто рандомно посреди всего мультика, он умел ебашить лазером из лба. Кто-нибудь мне может объяснить эту хуйню, что это было вообще, блять? Он просто умел ебашить лазером из лба. Не, мне, конечно, когда лет 11 или 12 было, когда я это смотрел, мне это казалось дико крутым, но я все еще не понимаю, как. Он просто умел ебашить лазером из лба, и никто больше такого не умел делать.
Сейчас, погодите, а где... Вот, это тоже. Это S-Tier. Все, в принципе, можно закрывать. В принципе, на этом можно заканчивать.